Что объединяет Ди Каприо, российского олигарха и Ибицу? Ответ прост – вечеринка. Наш соотечественник Владислав Доронин решил отдохнуть в Испании, но не один. Предприниматель пригласил своего давнего друга Ди Каприо. Актер пожаловал вместе с целой компанией. В итоге на яхте олигарха были Человек-паук Тоби Магуайр и возлюбленная выжившего Нина Агдал. И еще целая дюжина длинноногих красоток. Но ни одной из них не удалось завоевать внимание Доронина. Предприниматель был слишком увлечен семьей 23-летней Кристины Романовой и их полугодовалым малышом. Не отходил от своей половинки модели Виктория Секрет, если вы не знаете, и Ди Каприо. Он, кстати, заметно похорошел по сравнению с прошлым годом, но оцените сами. Актер избавился не только от косматой бороды, вспоминаем выжившего, но и от пивного животика, такое ощущение, что и морщинок у Ди Каприо тоже поубавилось. Вот так вот отдыхают россияне с голливудскими звездами.